Расширение функционала камеры с приложениями из Play Memories Camera Apps. Приложения Play Memories Camera Apps созданы для того, чтобы наращивать функционал камеры так же, как вы это делаете с вашим смартфоном, устанавливая приложение. Они позволяют существенно облегчить процесс съемки и обогатить возможности камеры. С их помощью вы сможете снимать таймлапсы и получать готовые ролики на выходе. Легко снимать пейзажи на длинной выдержке со светящимся звездным шлейфом. Создавать мультиэкспозиционные изображения. Компоновать раскадровки в одном снимке без фоторедактора. Создавать цветовые рисунки на длинной выдержке и еще многое-многое другое. Смотрите видео, как скачивать и устанавливать приложение из Play Memories Camera Apps. В этом уроке мы расскажем о приложении, которое позволит дистанционно снимать как фото, так и видео, наблюдая за картинкой с камеры на своем смартфоне. Называется это приложение «Интеллектуальное дистанционное управление», и находится оно в пункте «Список приложений» в четвертой вкладке меню камеры. Для примера мы будем использовать камеру Alpha 6300. О совместимости приложения с камерой смотрите информацию по ссылке в описании к видео. После запуска приложения на камере подключаем телефон или планшет к беспроводной сети камеры. Об этом смотрите в видео «Как передавать снимки на смартфон». Запускаем Play Memories Mobile на смартфоне. Для съемки доступны все основные параметры и функции. Настройка экспозиции. Баланс белого. Режим фокусировки. Серийная съемка. Бесшумная съемка. Автоспуск. Плавное управление зумом с моторизированными объективами. А также есть возможность добавления геоданных. GPS или GLONASS координаты с телефона. Для использования всего функционала приложения убедитесь, что оно обновлено до последней версии как в телефоне, так и в камере. Благодаря этому и многим приложениям из Play Memories Camera Apps вы откроете новый мир возможностей своей камеры.